Здравствуйте! Наш культурный город готовится к знаковому событию для ценителей искусства. В библиотеке на Ломоносова 100 художник Валерий Саков представит свои работы на выставке «Северные картинки и витражи». Она посвящена 45-летию творческой деятельности автора на Русском Севере. Его работы исчисляются сотнями, а хранятся не только в музеях России и в частных коллекциях, но и за рубежом. В основном член Союза художников СССР Валерий Саков творит в архитектурном стиле. Это роспись, мозаика, фреска, витражи на стенах. Например, этот из цветного хрустального стекла с 1978 года украшает Северодвинский технический колледж. Это одна из самых трудоемких работ автора. Она состоит из трех частей, каждая 3 на 6 метров. Это очень сложно было. Надо было сделать сначала эскиз, потом, значит, с эскизом я поехал в Белоруссию на стекольный завод. По-моему, там назывался «Березовка». На хрустальном заводе, там из кусочков стекла, значит, я делал формы специальные каждого кусочка. По этому кусочку отливали, значит, по этим формам отливали кусочки, каждый кусочек индивидуальный. А потом, значит, в училище в ПТУ там сваривал каркас, значит, там этот блоки делал, и потом все это вместе смонтировалось. На выставке Валерий Саков представит 11 графических работ и 6 в технике живописи. С пейзажами Соловков связана своя история. Вот, например, этот художник писал по памяти. Я с собой не забыл взять этюдник, кисти и краски, просто как турист ехал. А потом, когда приехал домой и по памяти решил нарисовать воспоминания о Соловках. А почему именно вот этот вот эпизод у вас возник? Ну, красиво. Там вдалеке Белое море было видно. Небольшая церквушка на отдаленном полуострове, что ли, можно сказать, на островке. Там монахи молились. Выставка работ Валерия Сакова откроется в субботу в библиотеке имени Гоголя. Северные картинки и витражи именитого художника можно посмотреть бесплатно в течение месяца.